Традиционно памятные мероприятия с возложением цветов к мемориалам прошли и в нашем городе. Для ветеранов Великой Отечественной это уже 70-й год без войны. Но по-прежнему замирает сердце при выстрелах, даже когда понимаешь, они во славу павших воинов. Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны пришли губернатор Олег Ковалев, председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин, глава Рязани Андрей Кашаев, представители областного правительства, городской администрации, ветеранских, общественных и молодежных организаций. Многие ветераны стойко начали этот день еще на рассвете. 4 часа мне лично пришлось участвовать в этом скорбном дне на нашем именно ветеранном комплексе. На кладбище. Там мы выразили сочувствие и глубокую отдали дань тем людям, которые отдали жизнь на нашу родину. И мы отдали почтили всех на ветеранов, которые победили в этой войне. Войну действительно победил именно советский солдат. Это он сумел одолеть лютого врага. Слава этому солдату на долгие годы, слава на века. Прадед волонтера Андрея тоже был удостоен ордена Красной Звезды. Среди добровольных помощников практически у каждого кто-то погиб на войне или вернулся победителем. На протяжении всего периода подготовки к празднованию 70-летия Победы ребята по-своему отдавали дань памяти и прекрасно понимают, сколько горя и мужества стоит за каждой наградой ветерана. Конечно, понимаем. Мы чувствуем гордость за свою страну и за наших героев, которые пали во время Великой Отечественной войны.